17 июля стартовал всероссийский конкурс чтецов «Полет стихов», приуроченный вековому юбилею Расула Гамзатова. Организатором является Российская государственная библиотека, а учредителем мероприятия – Министерство культуры России. Цель конкурса – это популяризация чтения среди разных групп населения посредством использования литературного культурного наследия, оставленного поэтом Расулом Гамзатовичем Гамзатовым. Для участия нужно записать видеоролик с исполнением стихотворения на родном либо русском языке. Если произведение будет звучать на национальном, то нужно обязательно использовать субтитры. Осуществляя съемку с помощью профессиональной камеры или телефона в горизонтальной ориентации, важно не забывать несколько аспектов. Для съемки лучше всего подойдет средний или крупный план. Если технически получается снять только крупный план, а главное при этом установить камеру так, чтобы границы кадра не обрезали. Ваше изображение, общий план является хорошим вариантом, если нужно показать обстановку, в которой находится участник. Хронометраж итоговой работы должен составлять не менее 20 секунд и не больше 3 минут. Конкурс проводится по нескольким номинациям: лучшее прочтение поэтического произведения, лучшее прочтение отрывка из поэтического или прозаического произведения, лучшее исполнение песни на стихи, а также специальная номинация «Произведение Гамзатова на языках народов России». Прием заявок проходит до 7 августа включительно. С 8 по 21 профессиональное жюри определит победителей. Они получат призы от партнеров, а также дипломы от Минкультуры России. С более подробной информацией о положении и правилах участия можно ознакомиться на сайте новая библиотека.рф, а также в модульной библиотеке вашего города.